Вы можете обвешаться иконами, да, или обселиться ковриками, но при этом ваша молитва будет очень слабая. Ничего не будет продуктивного получаться. А корейский похож на китайский? У тебя брат тупанул сегодня? В смысле тупанул? Что значит тупанул? Для русского человека, на самом деле, для того человека, который никогда не сталкивался с такими моментами, как там разность языков, они все типа одинаковые, да, типа он... Многие люди так думают, не только мой брат, многие люди так думают, что корейцы, и китайцы и японцы, они все одинаковые, типа, ну, они понимают, что это разные страны, и там вроде бы есть разность языков, но они думают, что, может быть, они друг друга поймут, но вряд ли они поймут. Есть общность там в плане написания, хангыль — это корейская азбука, а что касается там китайского и японского, это иероглифы, да? Но есть определенная тема, как ханча. Ханча — это что-то общее, там в плане написания там цифр или в плане написания букв, не в плане написания букв, а вот именно там в языке. Что-то есть общее там в изучении, там надо смотреть, глубоко копать. Есть что-то общее, вот так вот. Поэтому не только, не один мой брат так думает. Он думает там, я говорю, так, это вообще-то нет, это не так. Я не так говорю. Он говорит, ну чё, а как ты говорила? Я говорю, ну так вот, аньо. Аньо? Какое аньо? Аньо. Аньо. Ну, короче, для человека, который никогда не слышал корейскую речь, для него это будет смешно. Так вот. Я не понимать Японии и Китая. Мацайо, мацайо, ни. Хаук сарам. Ильбон маль, кригу чонгук маль, муттей, маца. Вот даже кореянка, истинная кореянка, девочка здесь. Ну, я не знаю, надеюсь, она истинная. Может быть, это фейк, но мне кажется, это истинная кореянка, потому что она там... Ну, еще у нее в профиле есть в Фейсбуке. Я на нее подписана. Она вот говорит, что тоже она кореянка, и она не понимает японский и китайский. Я хорошо, ребят, все. Всем пока, мне пора спать, очень сильно хочу спать. Вам желаю всем добра, счастья, позитива, бесконечной энергии, чтобы у вас все получалось. Ставим лайки, подписываемся. Кто еще не подписался, нажмите сюда и подпишитесь. А Элита, я видела, что вы написали, что хотели бы со мной встретиться. Это очень хорошо, если у вас это желание такое же взаимное, как у меня. Если Бог даст, то встретимся с вами на Сахалине. Покатаемся на сноуборде. Мяу, мяу. See you, дорогая. Ой, Даврик. Thank you. Даврик, Аттарахмат. Мы уже собираемся спать, Даврик. Поэтому тебе желаю всего доброго, спокойной ночи и всего самого прекрасного. И всем моим дорогим зрителям, Дамби, Айлита, Инкогнита, Ириночка, всем желаю спокойной ночи. Пока, с Богом. Да. Я не умею кататься, блин. Я тоже не умею. Будем учиться. У меня тоже навыка ноль. В детстве как-то каталась, но во взрослом возрасте не каталась на доске. Поэтому будет трудно. Но нужно постараться. Всем пока. Ну, завтра увидимся с вами. Заходите завтра в 10. Сердечко, да? Мама говорит, сердечко поставить. Всех люблю, говорит. Всех люблю сказать. Да, я всех люблю. Мама тоже всех любит. Да, мам? Моя мама тоже вас всех любит. Но, нель, буджа, нель, роша, шиган, ёльши, ёльши пан, ачиме, кригу хангук шиган, аопши, аопши пан, ироке, дега пансонг мандарою. Шигани исмён, че пансонге навайо. Ёльшими бойо, лайк хэджусоё, блогу халке, камсамнигида. 안녕, 사랑해. 홀라, 미엠올, 홀라. 바이바이. 아주 좋은, 네. 넹. 백, спасибо. Я тебя люблю. Спасибо большое. Я вас всех люблю и уважаю. Маме поклонников. Каких поклонников? Долго вы учили язык? Ну, продолжаю учить, ребят. Продолжаю учить. Чус. Чус. Всем пока. Маме поклон. А, поклон. Мам, тебе поклон. Мама так глазами. Типа, спасибо. Маме... Господу Богу поклоняйся, ему одному суфле. Маме привет передай. Мам, Даврик тебе привет передает.
Помнишь Даврика, который там голосовые отправлял мне, когда я дралась? Мальчик, говоришь, что такой какой-то мальчик голос отправлял. А, ну-ну-ну. Да помнишь Даврика? Мэри Самуним, он говорит, Мэри Самуним, как дела? Помнишь Даврика? Мам помнит тебя, Даврик. Маме понравился ты. Здравствуйте, вы в Корее? Не, я уже в России, ребят. В России. Почти уже полмесяца, а тема Мэри Босс, которая покинула Корею, она не утихает в стримах людей вообще. Это такой хит конкретно стал. Большой привет маме от меня. Ириночка привет передает. Солидно. Очень приятно. Вы маме очень понравились. Знаете, мама сказала, вы такая мудрая женщина. Так сказала. Добрая. Добрая, да, она еще сказала, вы добрая очень. Поэтому, Ириночка, спасибо за поддержку. Бери маму и иди, наконец-то, концов поспите, не мучайте себя и маму. Мам, что мы не мучаемся? Мам, не мучайся, я уже чуть-чуть мучаюсь. Мама не мучится, да? Ну, всем пока. Всем пока. Чуин пам. Он не чуин пам. Мама вам сердечко передает, вам зеркалю. И воздушные поцелуи. Вау. Я вас уважаю, люблю. Спасибо, это взаимно. Я слышу мамин голос, да. Мамин голос звучит как колокольчик. Динь-динь-динь-динь. Дамби пока. Дамби аннам. Да, сарам аннам. Чальчайо. Чуин хару понесайо. Нейр буджа. Всем хорошего дня, завтра увидимся с вами. Мама, пора спать, я пойду мыться. Мама пашет.